В резонансном процессе по смертельному ДТП на 6-й Фонтана так и не могут приступить к рассмотрению дела по сути. На очередное заседание снова не явились двое потерпевших, поскольку один из них проходит лечение, а второй находится в зоне АТО. Без них суд не может провести подготовительное заседание. Тем не менее, срок содержания под стражей в СИЗО подозреваемому Олегу Семеренко продлили еще на 2 месяца. Его адвокат требовал более мягкую меру пресечения. Мы не считаем, что мера пресечения должна быть именно такой, потому что, как и в прошлые разы, так и в этот раз, риски те, на которые ссылается прокурор о том, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда, они ничем не обоснованы, это просто их догадки. Но по этой же причине мы, естественно, требовали обратное, требовали применить более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, которая, по моему мнению, в полной степени могла бы гарантировать надлежащее процессуальное поведение обвиняемого. Он бы ходил в эти заседания, и предпосылок полагать, что он скроется вследствие суда, ни у кого нет. Смертельное ДТП на 6-й Фонтана произошло 8 сентября. БМВ, которым управлял Олег Семеренко, на высокой скорости столкнулась с автомобилем «Шкода» и вылетела на тротуар, сбив пешеходов. Двое из них погибли. Сейчас подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы. При этом рассмотрение дела затягивается. Следующее заседание назначено на 20 марта. Якщо потерпілі не являються в суд, то у відповідності до Кримінально-процесуального кодексу суд не може слухати дану справу. Представники направляють довідки. Ви ж бачили, що в залі суду зачитали довідку з лікарні, що операція переноситься і потерпілий не може прибути в зал засідання. Потерпілі повинні висловлювати свою думку при винесенні рішень, висловлювати свою думку при допиті свідків, при допиті Семеренко, які обвинувачуються в скоєнні тяжкого дорожньо-транспортної пригоди у відповідності до статті 286 частини 3, де срок від 7 до 12 років. Це тяжке. Мені не подобається, що справа затягується, але по закону так має бути, суд переносить. Время не особо лечить, поки що, може, його мало пройшло. Сложно, очень сложно. Отец остался один, живет один. Мы с сестрой отдельно. Поэтому ну, это горе, что здесь сказать еще.